работаю, парни. Что? Как он выжил? Что? Как я его убил? Настоящий, вы настоящий! Ладно, лети! Он пытается меня задавить, бро! Ой. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня будем продолжать тестить механическое слияние, новый режим в PUBG Mobile. Играть будем все так же в 120 FPS на новом режиме, дуо против сквадов с тестом. Как всегда, желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, если ты кушаешь. Не забывай про свой лайкусик, подписывайся на канал, пиши любой свой комментарий. Вот, ну и погнали в игру. Так. Давай налево и вот. Давай. В дырочку, да. Тут скрылька просто, смотри. У меня вижу. Нас. Прям к нам вроде все лопали. Да, на дальне. Так, я сюда пошел. Я за тебя. Хорош. А тут забрал двоих сольников. Слева фатиса. Хорош. Там на крышу надо подниматься, брат. Это я точно помню. Еще. Там на крыше чела как раз. Нет. Ты живой? Товарищу. Идет. Что-то греет, походу. Че выйдет? Выходит? Ой, лучше. Блин, я думал, он выпрыгнет. Ой, да, что? Я не хотел. Прикинь, ты меня поднял, я оказался на сталбере. А, серьезно? Прикинь, нас чел хотел убить. Да. Он хотел нас убить с помощью серпа, что? Кстати, а если я могу скинуть этот дефибриллятор, правильно? Да, можешь. А, прикольно. Но я не могу подбирать, когда я на пусте. А, тогда не прикольно. Так, я пойду на крышу залезу. А, на крыше чел есть. Про тебя знает? ХЗ. Или он снизу? Я не понимаю. Да, он снизу, походу. Вот тут. Блин, сколько тут мест? Реально, крысы здесь можно очень много. Вот здесь чела. Он, подожди, он обходит просто, что ли, нас? Да, он левее идет, просто крутит. Ты кто? Кайфарик, блин. Я за ним, он от меня. Да, я знаю, там снизу чел. Еще меху будет открывать. Хорош. Я не добил, что ли, чела? Эх. Ласт вот тут идет. Понял. Так, где ты говоришь ласт? На лестнице вроде вот тут. А, он сейчас увидит к нам, по идее, даже. Возможно. В комнате вот тут. Да, слышу. Пошли его просто запушим. Да, я вижу его. Он стоит, ящик открывает. Хорош. Я вызываю его? Да, открывай. У меня еще один. На втором либо на крыше. Это чел реальный? Как будто два типа они нет. Они упали, походу. Да, слушай. Так, сейчас я ранец сделал. Улетает. А, он улетает на вертолете, все, забей. Там невозможно его высадить уже с вертолета. Возможно, он один улетел. Да. Давай меху забираем, полетели. Да, их двойка была. Окей. Может быть, что-то дроповское будет. Раза. О, там еще кто-то подбегает. Тип падает. Да, слышу. У нас двойка здесь. Чего ж? А,
это вот. Один бот, один чел, походу, или что? А, один над нами. А! Он над нами находится, я понять не могу, где он топает. Да, я понял, сейчас я на джетпаке залетаю, бро. Ух ты. По идее, пацаны. Не вижу его, брат. А, отбежал. Там еще кто-то пришел сзади, да что, босс, а? Что происходит? Блин, вы дадите нам уйти сегодня с этого ивента? Что происходит? Я не понял, где тот чел, которому ты хае закинул. Куда он делся? А он вот тут где-то. Там шаги. Не вижу его, бро. Нет, ну вообще не вижу. Вообще не понимаю, где он. Тут лоб, 100%. А, он нокнулся, Никит. Вон он лежит. Где? Он упал, нокнул у меня вот так. А, он прям на тебя, что ли, приземлился? Он, оказывается, упал с крыши тут где-то. И мы не заметили. Ну зачем? Наконец-то, все. Чуваки. Можно лететь. Так. А, там кто-то запустил меху тоже, зубастик. Написано было. Да-да-да. А поставь метку, куда нам лететь. Где запустили? Поставили. А, во, ага. Все, полетели туда. Так, школа, общаги. Видно кого-то? Вроде нет. Бэм. Ой. По нам стреляют. Что я сделал? Что я сделал? Эй! Я пересел, бро. А, я пересел. А кто по нам стреляет? Откуда? С рисулки, maybe. Давай на рисулку сбегаем. А ну, покажись! Откуда стреляешь? Не, рисулка. Вроде там никого не видно. Нет, здесь никого. Ладно, погнали в сторону этого другого меха. Нам бы второго меху отжать, чтобы у нас было две, и будет вообще имба. Ого. На общаге? Ого. Да, на крыше. Прыгает. Да, слышу. Как он узнал? А так написано было же, что этот... Ну, это тоже. Чел, это чел, Никит. Да, да. Задави его. Вы настоящий. Брат, я тебе сейчас... Я отпол... Да, пробуй отползти. Ползу, Никит. Он кричит, вы настоящий. Да. Я сам резнусь. Давай. Куда он взялся? Он, короче, стоит на общаге. Сейчас скажу, вот здесь, третий этаж. Я вижу. Я ему нормально дал. Пол хп где-то минус. Короче, меху нельзя оставлять близко к нему. Он может подбежать и забрать ее. Да. Я предлагаю сейчас на этот... На застранство подлететь. После его. Да, тут робот. Брат, тут еще тачка едет. Пробуй, я резкость. Там рез использую. Он сейчас заберет. Он меня задавил. Он спрыгнул. Забей. Брат, живи. Там еще, короче, к тебе тачка заехала. Блин, бегающие жопки, это просто забей. Ой, забей. Откуда тебя убили? Я с первого этажа. Давай на забьем тогда на гадку полетим, там дропы есть. Давай. Гадка все открыта. А ты же мог резнуться, да, получается? Да, я резнусь. Тут все залутали уже. Кто это сделал? А, мы могли на наш ивент также упасть. А, да? А, да. А, не, я через другую разведку летел, брат. Я бы не смог. Кстати, я до сих пор не нашел этот буханку, где магаз. А я находил. Прикольно придумали вот этот. Угу. Ну я нормально злотом, кстати, уже. Ну так, пойдет. О, что? Бам. Бро, гадка, походу, чел есть. Вот здесь ящик есть, можешь его полутать. И вот здесь ящик есть. Watch out. Даже на крыше. Что? О, Никит. Дал ногу. Хорошо. Там еще двойка, бро. Нокнул. Еще должен быть. Да, там сидит. Одно хп, брат. Окей. Я ему моли кидаю. Они резаются, по идее. Да пока соло, я бегу. Забрал. Хорош. Что?
Что? Откуда они взялись эти меха-драконы? А, так они тоже ответственные, походу. У них тут ничего не было. Походу, да-да-да. Они где-то забрали робота этого и прибежали к нам. Кстати, брат, в кемпе еще челы остались, я хочу тебе сказать. Нет. На гадке. Я туда полечу сейчас. Давай-давай. Я сейчас тогда баги заберу быстрее. Давай-давай-давай-давай. Да, здесь есть. Ладно, там. Нормально. Я здесь... Мне хорошо все. Я убил его. Хорош, мас. Был стало здесь. Тёма. Блин, наверное, зря взорвали дракона. Ну, зря, наверное, да. А, у меня есть пропуск в сборочный цех, брат. Можем в сборочный цех поехать прямо сюда сейчас. За зону или... Да, на тот ивент, понял? И там открыть. Или давай вот сюда, вот в этот, который в зоне. Давай туда лучше. Который в зоне, да? Да. Давай. Вот, давай РБ заберем. Через лево надо ехать, брат. Или ты гад хочешь посмотреть? Ой, это да, конты. Да, конты есть, брат. Давай здесь стоп и на джетпаках, я сейчас на джетпаке залечу. Давай. Бегает прям, да. Видишь, да? Да. Сейчас побежит в нашу сторону 100%. Если нас не спалил. Либо поднимется. А, убежит вроде, нет? Да. Watch out. Забрал его. Yes. Мы его закрывали уже. Да. Mm-hmm. Ну все, можем дальше. Ага. Погнали через Нижний КЗ, посмотрим, может там кто-то будет еще. Тут дроп еще, кстати, упал. Ну, не надо, да, тебе? Ну, слушай, я бы не отказался, если честно. О, МГ-3, кстати. Nice. Так, я МГ-3 забрал. Вон, погнали в сборочный цех, посмотрим, что это такое. Ой-ой. Прям внутрь сюда заезжай, и там... Я покажу, где находится эта комнатка. Здесь никого не было, кстати. О, тут эмочка есть. Я эмку забираю. Так, получается, сюда заходим. И на второй этаж сюда поднимаемся. Тут люди были, прикинь. Угу. Вот эта комната. Да, видишь, открыть? Реально. Да. Вот эта комната. Вот заходишь сюда. Да. Вот ящики тут валяются. Прикинь. Как в метро. Как в метро. Кстати, похоже. Да. Прям похоже, да. АМР. Я забрал АМР. Получается, одно оружие из дропа 100% падает. Да, а у тебя что упало? У меня галил. А, галил тебе упал. Это не из дропа, да? Или из дропа? А, нет, это не из дропа. Бро, возьми маскалад. Он уже, понимаешь, второй раз падает специально, чтобы ты забрал. А, слева меха бежит, брат. Большой меха сзади нас. Прям за нами бежит. Мумии. Давай внутрь. Давай. Можем здесь его принять сейчас. Он просто бежит. Можно взорвать, кстати. Он выпрыгнул. А, это чел, который нас убил, кстати. Он мою мумию забрал, чтобы ты понимал. А, который в общаге, да? Да, это он. А, там еще бежит маленький меха, другой. Да ё-моё. Но он в сторону контов побежал. Он по контам бегает, чел. А, по нему с ДПшки работает. Вырубил? Ага. Ну, сейчас умрет, по идее. На крыше, брат. Лёг. На крыше слева, да? А, да, вижу. Но там не прогруз, брат. Точнее, да. Как? Точнее, не то, что не прогресс, но он лежит за этой штучкой. Угу. Еще их вижу. Да, я вижу бегающую жопку. Туда-сюда бегает. Какой смешной маленький. Ну. Направо бежит. Маленькая жопка, давай! По мне сзади попали. Ой. Откуда, не знаю. Везде люди, что ли? А, вижу. Бам! Да. Я туда хочу пойти. Блин,
Ну, я тоже. У тебя джетпаки же есть, да? Здесь есть. А, он здесь соло, походу. Окей. Да, он здесь соло. У меня пол хп на джетпаке осталось, чтобы ты понимал, не знаю как. А, этого чела, по-моему, закрыли, не? Не-не. Или он кого-то закрыл, который на мехе небольшой. Он по тебе же стрелял, наверное, и потом тогда покоцал. Не, а, да-да-да, кстати, возможно. Да-да-да, точно, это он. Вот здесь что, летает на джетпаке, бро. Не вижу, куда он улетел. Ты никого не видишь? Нет, по ощущениям, что там никого больше нет, если честно. Как будто вот здесь что лежит где-то здесь, 100%. Робот там же стоит. Я видел, как кто-то на джетпаке пролетал, 100% видел это. Подождем зоны. Ну или смотри, или можем сюда переехать, на тачке, вот сюда переехать просто. И почекать робота. Нам бы в идеале вообще робота этого забрать, чтобы было классно. Ну, давай попробуем. Давай попробуем, потому что робота стоит АФК до сих пор. Никто его не забирает. У нас чел упали. Где? На двушке. А, ну да, это тот чел на джетпаке, который был. Забора вроде бы. Да, слышно. Да, это он. Это он, который мумию забрал. Мою. Просто убегает. А, меху забрали большую, прикинь, чтобы ты понимал. Блин. Хорош. А эту меху большую забрали. Такой, конечно, прикол. Пришел, украл. Да, надо папич забирать, брат. Заберешь тачку, я подлечу просто так. Давай, давай. А куда этот тип побежал? Начал? А, он на папиче как раз здесь. Он дроп побежал лутать, чтобы ты понимал. Я вижу его. Ты пока соло. Дал ему хит. Убил его. Хорош. Все, чел на дропе больше нет. И меха теперь наша, под нашим контролем. Просто типочка сгубила жадность, чтобы ты понимал, просто сгубила жадность. На горе, на горе, на горе! Двойка лежит. Тройка. Вижу, да, вижу. А может на драконе, ой, на роботе задавим их? Давай, 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 давай. Давай ты зарубай. Брат, подлетает на... Вырубил чела. Давай, давай, я тебе руль дал. Давай, 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 дотек. Все, вижу. Ну тут хп мало, если что. А, тогда фигово, фигово, брат. Это, конечно, не очень. Да, мало. Ой. Блин, надо смоки раскидывать. Надо горку забирать. Ну, мы попали. А, по ним слева работает, брат. Да, и по ним работает, брат. Хорош, 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 хорош. Надо их как-то запушить, я не знаю как. Давай через право. Можем уйти на папище обратно. Давай, на джетпаке. Да, на джетпаке просто. Ой, хорошо, ой, хорошо пролетел, ой, хорошо. Нет. Таких моментов джетпак имба. Да, джетпак вообще лютая тема, я не знаю. Но единственный, брат, момент есть, короче, что у меня нет оружия на дальней дистанции. А на мэр патронов я добавил. Да, на мэрку патроны закончились. Вот, по ним кто-то стреляет с той стороны. А мы, походу, против фулки остались. Нет, их тройка, брат. Одного у них я забрал. А ты доел? Да, да, я доел. Их тройка, и сольник остался где-то со стороны контов плюс-минус, я думаю. Ой, тише, тише. Ну хорошо, что у них не какая-то крутая снайперка, вот это радует. Да, блин. У нас зона есть, нормально. Да, да. Один вот здесь крутит уже. Все, засели не ФК, мы тоже. Угу. А где наша тачка? Давай я тачку зону. А, пробегает, пробегает. Чел на метке пробегает. Он хочет за теймиться, слышишь? Лимон за теймиться ходит, либо что? Я вижу, как он прыгает. Двое прыгают. Да, и второй прыгает. Да блин, но... Нет, другой не прыгает, по-моему, только один прыгает.
Видишь, я вижу, как он прыгает. Справа прыгают, один слева, походу, крысить хочет, нет? А слева вот я не вижу снайпера, да, где этот снайпер. Этот хочет затимиться. Блин, не знаю. Если они так тимятся, получается их фулка. Нет, их точно тройка, брат, 100%, потому что у них тиммейты я убил. Зубасик, это был их тиммейт. Втроем. Да, я вижу. Что они делают? Зачем они это делают? Где-то ты четвертый. Они просто... А, вижу. Где? Вон, в воде, вон, на метке. Я просто нокну хотя бы одного, да? Чтобы... Давай. Парни, уйдите, там типа в воде, уйдите. Я их так для вида нокну просто. Блин... Ну, парни, нас забанят просто, вы даже не представляете, нас просто забанят. Никит, давай так, туда подойдем, мы закроем типа в воде, а потом поговорим с типами. Давай через лево тогда раскрутим просто. Давай. Ну, я не знаю, типа. Их убили, что ли? Мой дотек один. Вот тут. Где? Я вижу его. Ты видишь его? Да. Я не вижу его. А, вижу теперь. Ай, да, все. Салтан. Блин, вот этот Салтан нам кинжалов, брат, и мы забанены. Брат, я, конечно, люблю своих подписчиков, конечно, хотел бы с ними затимиться, но... А если нас забанят, что будет? Давай подумаем просто хорошенечко. Посмотри, за тиминг в PUBG банят. Брат, нас не забанят. Ты уверен? Смотри, они там моликами горят. Куда? Они умирают, брат. Убивай. Стой! А, у них рисалка. Стой! Не умирайте, парни! Блин. Ребят. Мы зачем пошли умерли? Мы хотели с вами затимиться. Мы слишком долго думали. В целом, чё, в принципе, неплохая каточка. 26 киллов, 3800 урона. Хорошая катка. Вот, жаль, что с подписчиками не поговорили, к сожалению. Но, опять же, они слишком нагло побежали. Зная, что остается еще один человек. Они просто побежали в нашу сторону. Это было неправильно, мне кажется. Давайте, если хотите реально затимиться с нами в финале, давайте сделаем так. Вы остаетесь в финале, мы всегда играем вдвоем. И если, кроме вас и нас, еще кто-то остался на карте, не нужно бежать к нам, не нужно, пожалуйста. За это реально могут забанить и вас, и нас. Поэтому не нужно так делать. Просто лежите где-то, прячьтесь без оружия там это, и тогда в финале, когда больше никого не останется из команд, мы можем уже пообщаться и затимиться вместе с вами. Ну а сейчас переходим к следующей катке. С тебя лайкусик, подписывайся на канал, пиши любой свой комментарий. Вот, ну и погнали в следующую катку. Давай сюда комнату. Давай. У меня запрашка. У меня импер. Ой, Никит, ты... Я одного забрал, здесь чего мне сунули? А, у меня еще соло здесь? Да. А как ты сюда попал? Он просто через окошечко залетел. Нормально. А ты не так, что ли, хотел? Не, я на первую пробил. А, не, я просто в окошечко. Там жопка не может вылезти. Пипец, как по нему попасть? Да, он вылез. Он вылез. Эта жопка вылезла. Watch out. Один вот тут, один справа, видишь? Вот тут. Watch out. Он левее бежит. Да, слышу его. Один внизу пал. Он дебет. Снизу коцаны. Ну, там у этого чела дебес. Тяжело будет его закушать. Покопает, может, пройдет. Забрал его. Они наверху, что ли, пальцы? Я по ним были снизу. Они около лестницы, походу. Может, пройдем? Сейчас, брат. Стой. Они внизу, да, получается? Да. Так, ну я никого не вижу. Сейчас я ему ставлю тоже. Да, они прям под нами бегают. Угу. На шоу ближе. Угу. Тут не Соник кому-то, Никит. Нокнул. Типа падает. Ну то сзади приземляется. Он этот,
поле упал под нами. Да, слышу. Он, по идее, он, значит, с пушкой будет 100%. Да. Он спроути. Что? Добрал его. Он застрял. Это чел, который на жопке приехал. По-любому это он. У нас два чела осталось. Подожди, можем пойти уже меху, в принципе, вызывать потихонечку. Сольник, брат. А, да, сольник. Он под нами, получается. Под ивентом. Да, давай я тогда вызову. Давай. Давай, давай, давай. Я уже фу. Уже два показывает. Кто-то упал, походу. Где-то прям перед тобой, да. Это чел? Да. Еще? Да сколько их? Ну это уже боты, по идее. А, нет, это чел тоже, прикинь. Ладно, да. У него парень. Да, слышу. Ну это уже босс, 100%, да. Еще приземлился. За этим, за... Его нокают. По нему стреляют. Нокнул его. Найс. Нельзя, что он добил. Над нами нокнул. Все, найс, больше никого нет. Все. Нормально. О, сейчас 4, видишь? 4 игрока, почему? А, ящик. Ты был уже 2, по-моему. Да. Да. А, один мой нокнутый. А, нокнутый. И один вот этот. А, не резко не смог ходу. Да. Резко. Я ему молик дал ему. Я тебе смогну. Ну смотри, у меня джетпак есть. Я сжег, что? Твоего, да. У меня джетпак есть. А че он не резал, то есть? Опасно. Нормально. Он не сыпал. А, здесь еще. Этого забрал. Еще двойка здесь. Один у меня. Да, прям только снизу. Да, я знаю. Оба у меня, Никита, оба. Да, я вижу. Забрал. Ребят, вы кто такие? Вы откуда все беретесь? Дочь, ты из мужиков. Будешь брать P90? Да, там есть P90. Конечно. Конечно заберу. Я Атомик скину. Тут еще МКшка. И на вес убрали, кстати, а весов нет. Надо его в магаз куда-то, потому что у меня калаш и стикс. Можем в сторону починить? Да, давай починики. А, давай ферму посмотрим. Подожди, вот реслка здесь. Хочешь за руль? Давай. Let's go. Слева. Да, вижу. О, попробуй бросить его. Ты имеешь в виду примагнитить? Да, воду бросить. Отсюда прям. Погнал. Дима! На. Да. Ну это ботям был. Сейчас, подожди. Его примагнитить. Да блин! Кстати, он камень кидает типов, если что. Да, я понял. А ну-ка, я сейчас камнем добью. Что будет по килчату? Взрыв вроде. Ладно. Лети! А, ну все. Ой. Там меху запустили только что. А где? Поставил. Да, все вижу. Давай туда. Кстати, а что за значок на роботе аватарка какого-то анимешника? Как будто это анимешник какой-то. Это что-то с кином связано, по идее. Никого нет. Сейчас посмотрим. Да, ноль никого. Зря только прибежали. Опа. О, это меха. О, давай на кулаках. Да, сейчас будет битва на кулаках. Его попадут. Ой. Что? Я выбил. Хорош. Еще один. Двойка. Лучше его снова не пихнуть. Ай, хорош. И на метке. Осторожно. Подожди, брат, он стрелится. Что? Ты отхилился, брат? Да. Эвиком. Да, там чел с эвиком. А, это бот и один чел, я понял.
Забрал бота у чела. Монету развалил. Брат, да я сам в шоке от тебя. А где чел с авиком? Не понял. Он за деревом вроде. Вот это дерево. Что за звук? У нас тип прилетел. Это как раз чел с авиком. Я ему дал молик. Горит? Да, сжег его. Хорош. Нормально, пойдет, пойдет. По-моему, мне кулаком чисто в лицо попал. Тут авик. Да, у этого тоже авик. Я не знаю, оставить авик или нет. Я хочу М-ку все-таки. У Давика не знаю, но они сейчас упадут, скорее всего. Надеюсь. А, вот М-ка есть. Что? Пролагала, кстати, да, походу летят. Да. Ванока? Yes. Хилюсь. Давай, давай, давай. Остался один, последний. Падает, падает, Никит. Где? Чекай, над тобой. Сзади, сзади. Watch out. Хорош. Минус, ребятки. Илюшка. Илюшка, ребят. Ну еще, скорее всего, тот приземлится, я думаю. Нет, ты же троихнул. Так нет, это их тиммейт. Вот, который Масхалати, это тоже их тиммейт был. Он сюда прилетел на джетпаке, это точно их тиммейт. Погнали отсюда. Да, дропы летят. Блин, можем дропы залутать? И тачку давай заодно забрать. Watch вот там. Out. Слева. Да, слышу. В ангаре тапают. С ангара? Давай закроем. Да. Это ну, по тебе, нет? А, он по боту стреляет, стреляет. Да, по боту стреляет. Это чел. Забрал, да, это тип. Того продамажил немного, чуть-чуть совсем. Я тоже полетел. Ты понял, да, что можно мне скин на джетпак через карту? Не-не. Через карту заходишь и меняешь скин, там можно менять. Я офигел, когда это увидел. А где он был? В ангар забежал, бро. Да-да, топает. Внутри ангара, да, топает? Да-да-да. Я забрал его. Блин, по 90, конечно, классная вещь. У тебя сколько монет? 65. Давай купим этот, плеерку. У тебя сколько? 59 забирай. Сейчас. Купишь плеерку? Да, да, да. Купим. А, у нас эта жопка летающая, бегающая здесь. Прямо у нас в упоре. Ой. Он бежит к тебе. Аккуратнее. Нет, да. А, он тебя... Он тебя продамажил? Нормально, нормально, нормально. Да-да-да. Пойдет, пойдет, пойдет. Я нормально. Да блин, надо сломать. Он опять. Я живой. Хорош. Кидай лучше? Да. Нокнул его. Блин, ну бегающая жопка, конечно, это тоже имба, я так заметил. Ну, знаешь... Ну, брат, он меня почти убил, чтобы ты понимал, с твоими ракетками. Вот когда тебя давят, ты ничего не можешь делать. Ну да, согласен. Он за жопкой, нет? Не понимаю, где он. Ой, его добил. Дал ему. Надо колесо прибивать, брат. Да, я вижу. Сейчас его задавят. Его задавили. Там два дракона, Никит. Да, я видел видео, брат. Так, я, наверное, пойду закуплюсь, у меня пирог да, нет. Да. А, можешь монеты скинуть? А, у меня чел. Что? У меня чел здесь бегал, он за зданием. А, это бот. Я думаю, реально чел. Ну, у меня 19 монет всего. Я ну скинуть. Да, мне просто пятерки надо купить и все. Найти бы нам еще маленького робота. Убежим.
Он пойдет нас пушить? У них зоны нет. Не вряд. А, он высадился. Бро, давай, наверное, скипнем, пойдем тачку заберем. Там тачка была. Давай в ту сторону. О, как раз дропы золотаем. Да, и заодно дропы золотаем. Да, да, я о чем и говорю. Да, тут вазики. А, тут были бы чел. Да, и там стреляет еще. Да, да. Что? Жопка здесь, брат! Он пытается меня задавить, бро! Давай, 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 хорош. Еще один бежит справа. Да я понял. Он ракеты вызвал. Справа нокнул. Хорош, слушай, брат. Нокнул этого. Ема, что? Что это за жесть? Сломал робота. Хорош. Что это за жесть? Как я выжил? Брат, нормально, если бы я не раскрыл парашют, ты понимаешь, что сейчас было бы? Я бы просто бы отлетел. И меня этот чел с ракетами бы добил. Просто если бы не раскрыл парашют. Ребят, запомните, всегда раскрывайте парашюты. Он еще мог тебя удержать и бросить. Нет, не мог, потому что это этот. А у них рук нет. У них нет рук, да. Это же жопки, брат, они не могут. Они могут только ракетами пукать. Let's go. А, здесь смоки! Слева. Из-за логола жестко. А, у нас чел под камнем справа, да, да, тоже видел. Так, я выпрыгнул. Забрал его. Захитился, брат? Да, нормально, нормально. Я пытаюсь этого забатить, как-то понять, где он находится. Он где-то с папищи, наверное, стрелял. А, он здесь, я здесь сидит. На крыше, на крыше высокой, да. Если что, типа. На крыше высокой общаги? И вот тут летят. Окей. Того нокнул. Он сейчас затрясается, брат. Я на джетпаке. У него еще чело там. Брат, надо в кемп, кемп, кемп слева, брат. Я там ног дал. Еду, еду, еду. Давай, давай, давай. Они сейчас трясаются. Уже отрезались, по идее. Да, я понял, понял. Да, блин, я не это хотел. Там двойка. Один на крыше, другой на втором этаже. Один улетает. Куда? А, вижу, 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 вижу. На крыше, брат, вот тут. Но не оттягивай, брат. Один под тобой. Да, один подо мной. О, голова его видна. Этого, да, я вижу. Под тобой тут. Здесь нокнул. Подо мной косвенный? Сзади нокнул. Хорош. А где подо мной косвенный? Он на втором, на втором. А, на втором? Окей, окей, окей. Я там нокнул чела. Этот молли кидает. Блин, сзади его надо добиться. А у него этот комплект. Он в углу корректор. Все, этого тоже сжег. Он, по идее, резнулся. Сейчас хейды. Твой, да, резнулся. И мой, okay. По идее, резнулся. Взорвал еще раз. Этого еще раз нокнул. Грич. Подожди, а что с вот этим моим? Что-то я не понял. Я его тоже нокнул. А, он выполз просто. Все. Найс. Найс. Не, ну эти ресочки, конечно, это не совсем приятно. То есть он так улетает, и все, и стоит, спрятался, и ресается там вдалеке где-то. Да, это минус. С одной стороны, ты минус, с другой стороны, ты и плюс. То есть надо более аккуратно теперь играть. Сразу пушить смысла нет. Надо как-то к общагам, как я понимаю, да? На крыше, брат. И у нас слева. Они внутрь зашли. Смотри, мы либо тут запускаем, либо в школе. Смотри, у нас слева на любимых кемпах челы тоже стрелялись отсюда. Watch out. Скажи, тут запускаем? Давай, 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 давай. Перелетает. Слева перелетел чел. Окей. Ой, стана. Не понял, откуда. Это авик, походу, какой-то. Школа, что ли, или общаги? А, общаги. Что я дал? Нормально. Через листву. Еще дал тело.
Почти ног начало. Он на общагах, короче, вроде двойка, если не ошибаюсь. Ну, их пушили. Да, там не больше. Слева летит. Watch out! Ну, он опять кемпой, да, залетел? Да, залетел опять. Я пойду быстро пятерки заберу. Давай. Да, это авик. Дал голову. Слева тип, Никит. Видишь на меня? Не понял. Нет, это не вижу. Поставил. Да, вижу. Нокнул его. Там у него тиммейт вроде. А, нет. Это сзади, что ли, стреляет? Да, вижу сзади. Да-да-да, еще. Направо бежит. Да, вижу. Нокнул тоже. Нет, рез. Блин, тут пятерок нет. Ларри не видел. На, да, падает. Давай, спасибо, брат. Смотри, справа тоже нокнули щелы. Угу. Получается, слева сольник, справа еще двойка минимум получается. И общаги, да. Можем что? Ну, здесь остаюсь. Получается, потому что у нас зона, да. А, подходит щел. Забрал. Не понял вообще, откуда он взялся. Какая же игра плавная. Да, плавность приятная прям. Ждем-с. О, типа. Какие-то тези. Что? Как он выжил? А, я... Что? Как я его убил? Там по нему стреляли еще, по-моему, да? Нет, это по нам на втором. Нет, а вот здесь нет разве? Отсюда. Не, брат, сзади было. Все, окей. Я еще пока не понимаю, что мне со звуками, видимо. А, вон он на меня. На первом этаже, да? Да. И один на крыше был. На крыше чутка продамажил. Нет, это не чел, брат. Я стреляю, я думал, это чел, это... Текстура, да. Ой-ой-ой. А ты откуда маленький стреляешь? На второго этажа вот отсюда. Да. Блин. Ну, наша, найс. На зона, да? Отлично. Ну да, принимаем флопунцы. Ну, 5 челов осталось. Ну, инфа только по троим есть, брат. Я не знаю, где еще двойка. А, вот, фатис между собой, окей. На крыше, брат. Цело дал. Окей. А, один умер за зоной. А, ну все, типа, двойка... Нет, тройка справа и Соник слева. Нет, получается, здесь... Короче, там двойка. И сольник, и слева сольник. Вот так получается, понял? Да, блин, как он топает так. А, потому что один на крыше лежит, другой на втором этаже. Это мимосинг, МД4. А, на рисунке типа убили нашего, походу. У нас вон такая тоже, брат, в зоне. Нормально, бро. Да, забор в зоне или нет, я понять не могу. Не. Долго я тут играю. Че, золотая здесь. Нокнули. Все, двое перед нами. Получается, они в общаге, да? Да. Один налево бежит. Я пробегаю просто куда-то, под Волгой сейчас лягу. Все, я тоже. Я УАЗик заберу на всякий. Давай. Они смекеры скидывают. Но у них зона, бро. Бежит направо. Правый смок.
не вижу, брат. Зона наша, найс. Он под туалетом, что ли, или где? Еще не вижу. Не, этот смог. Им до туалета еще далеко не дойдут, мне кажется. О, правый смог. Да, вижу. Он тимится, что ли? Да. Он тимится. Да вы серьезно? Они вдвоем тимятся, брат. Так нет, они не тимятся, брат. Тимятся, они не оружие убрали, брат, они тимятся. Что мы с ними делаем? Пусть подойдет. Смотри, я в позиции, если они сейчас будут что-то делать. Все, я иду говорить. Давай, на переговоры, брат, давай. Давай. Ты у нас этот, переговорщик. Алло. Они у меня на мушке есть еще, брат, они меня не знают, что я здесь. Здорово, ребят. Они у меня на мушке. Выкиньте оружие, чтобы мы поняли, что вы тимятся. И кивает головой. Я внимательно смотрю. Кидай оружие. У меня... Все, пошли за мной. Прицел на его голове. Выкинули, да, оружие? Да. Пошли за мной. Этот раздевается полностью. Алло, привет, ребят. Привет. Здорово, ребят, здорово. Смотрите, мы сейчас ролик записываем. Если хотите, можете что-то там привет кому-то передать или еще что-то. В ролику попадете. Привет. Можно же говорить, да? Можно? Да, конечно. Передаю привет городу Кореновск и 34-й школе. О, все. Твои одноклассники тебя увидят по-любому. Да. Как мы делаем? На кулаках без брони, без шлема, да? Да. Ну все, давай тогда раздеваемся. 2-2. Тест, давай тоже раздевайся. Смотри, там зашел... Следователь. Да, там, ребят, там, короче, следователь рядовой зашел за нами, следит, понимаете? А если нас сейчас забанят? Мы видели. Сейчас забанят нас. Ну ладно, погнали сюда на дорогу. Только снимайте все, ребят, все снимайте. Все, как только я выстреливаю, сразу начинаем драться. Сейчас я забустаюсь до фула. Иди к своему другу, иди туда. Он хотел с тобой... Он мне, короче, ударил по хребту, и у меня хп отнялось. Сейчас я немножечко это отхилюсь. Да, я готов. Yeah, давай, я тоже. Давай. Погнали. Я правого пиду. Давай сразу вдвоем на одного. Давай. А, вот так. Ямани живчики, брат. Да как он живет? Ты столько долг. Брат, там. Меня сейчас убьют. Брат, убегай, ему умрем. Меня сейчас убьют. Блин. А у тебя же есть этот, да, как его? Да, ресурс. Я тоже ресурс. Стой, не добивай. Ну ладно, не, ну по факту что, они победили. Все, топ один их. Ну молодцы. Короче, вот так вот получился ролик. 3-4 килла, 5200 урона. Это рекорд на этом ивенте. Вместе с этим режимом добавились 120 FPS. И это вносит огромный плюс к этому обновлению 100%. Потому что 120 FPS это просто что-то нереальное. Пиши обязательно в комментариях, как тебе новый режим. На сегодня с тобой прощаюсь. Как всегда, желаю тебе в первую очередь хорошего настроения, удачи и... Пока-пока. Увидимся в следующем видео.